Вот и Силичий ручей. Ха, прикольно. Силичий ручей. Надо проехать, посмотреть. Прикольное место, вообще прикольное. Мешка сюда позвать, да? Ну. Олени ехали, они вон следы. Это надо в ту сторону ехать, тут уже на выезд получается. А подъемы рубить надо, так не уедешь нигде. Ну да, да. Ну есть места какие-то, ну прикольно, прикольно. Проехать сколько можно, а потом развернуться. Ну давай. Что там будет дальше, интересно. Надо Силичский ручей заехать. Как поедешь? Ну не знаю, можно сюда попробовать, там вот интересно. Ну, как мы ехали, только спуститься там дальше, да? Ну. Поехали, поехали. А? Ручей же ты. Дальше без шансов. Нету. Только если с собой топор брать и прорубить, например, тут, чтобы можно было выскочить. А так прикольно. Либо тут. Там вырубать что-то. Иди тут. А как развернуть? Ну, сейчас развернусь, тут место есть. А, ты что? Умеешь на заднюю. Да не умею, так. Да. Покажи так. К нам надо подняться сейчас наверх, вот. Подняться ж не проблема. Ну я сейчас проеду, посмотрю. Подождать? Ну подожди. Никак.
Там офигенный трек, но надо бензопила. Потому что там бревна настолько закиданы, что ты просто никак их не переедешь. Так, конечно, чтоб Машок тут трассу сделал и потом мы катались, было бы заебись. Сука, не хочет, блин. Не хочет. Надо ему фотки по скиду сказать. Есть охуенный ручей, если хочешь, покажем. Дальше уже более крутые. Ну хотя там тоже такое спокойно, а потом... Там конца краю нема. Тихо, спокойно. Сейчас вниз поедешь? Да. Ходом сразу. Тут сложновато, именно видишь, тут везде без разгона. Не, я здесь заезжал один раз.
Да тут на ровном газу просто и все, и поехал. Спускаться страшнее даже. Да, сидишь, тебя подкидывают, как первый раз, на руль. Ты мало разгоняешься в начале. Разгонись больше, поджопников. Так надо это, в стойке чуть ближе к рулю. А? В стойке чуть ближе к рулю, когда...